Если вы хотите, Rama 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 Rama
Vintadari Vamshidari Raja Rara Kala Gopa Vrindapala Hita Hari Vamshidari Yamuna Jivana
Kheli Padayana Manasa Chandra Chakora Итак, этим утром мы собираемся поговорить о играх Господа Чайтаньи. Итак, когда Шрила Прабхупада, издавала Чайтанья Чаритамриту, отделила, первая часть была издана первой. Это была книга в мягкой обложке, и там содержалась всего лишь одна первая глава, но она была, была удивительной для всех преданных. Итак, там описывается, когда Господь Чайтанья пришел в этот мир, он вскрыл вот этот вот тайник, эту сокровищницу любви к Богу. But the contents of that storehouse
Итак, вот это вот содержимое этого ларца, этого, этой сокровищницы, оно непостижимо. И Господь Кришна говорит, что если вы хотите любовь к Богу, то первым делом вам нужно предаться. Итак, хотя Господь Кришна тоже принес любовь к Богу, Он ее не раздавал, не распространял. Она предназначалась только для его самых близких спутников. Но когда Панчататва пришла, они взломали этот склад, этот тайник, эту сокровищницу, и они сломали все замки и раздавали ее совершенно бесплатно и щедро. И Кришнадас Кавирадж Госвами рассказывает, как они, Панчататва, распространяли эту, раздавали эту любовь к Богу без всяких различий. И они не различали, кто стар, кто молод, кто мужчина, кто женщина. Они даже детям это давали. И это очень важный фактор для начала этого движения сознания Кришны. И Шрила Прабхупада очень сильно критиковали за то, что он давал этим западным людям, этим европейцам, делал их брахманами и даже давал саньясу. Сейчас, во время Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады, его тоже критиковали, потому что он давал священный шнур брахмана тем, кто даже не был рожден в семьях брахмана. Священный шнур в брахманическом укладе дается только высшему классу. Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада. Его критиковали. И вот это вот движение Гаудия Матха,
оно столкнулось с определенным вызовом со стороны общества. И ситуация была такая плохая, что когда они приехали во Вриндаван, чтобы совершить парикраму, все продавцы в лавочках закрыли свои магазины, чтобы ничего не продавать для вот этого движения Гаудия Матха. Это было в 1920-х, а сейчас 1970-х Шрила Прабхупада приехал к западным людям и давал им не только брахманическое посвящение, но даже и саньясу. И не только это, он инициировал людей таким образом. Он даже инициировал даже молодых женщин, женщин и девушек. Он инициировал и также их подключал к этому движению сознания Кришны. Даже Гаудия Матх никогда у них не было так уж и много женщин, почти их не было, чтобы женщины присоединялись к этому движению Гаудия Матха. Итак, Шрила Прабхупада в своих комментариях в этом разделе читания Чаритамриты, он использует вот эту вот главу, чтобы обосновать свое проповедническое движение. Панчататва распространяет любовь к Богу без всяких различий и мужчинам, и женщинам, и молодым женщинам, и даже детям. И они распространяют любовь к Богу таким образом, они распространяют сознание Кришны таким образом, что оно наводняет весь мир, и это наводнение, это несет воды Кришна Премы. Наводнение и оно таким образом затапливает все это наводнение любви к Богу, что оно, вот эти семена эгоистических желаний, оно полностью их так затапливает, что они не способны прорастать больше. И когда Панчататва видит, что вот эти вот семена греховной деятельности и чувственного наслаждения не смогут больше прорасти, она становится очень счастливой. И это природа сознания Кришны. Когда
сознание Кришны пробуждается, больше нету майи. И таким образом, по отношению к этому, Бхактисиддханта Сарасвати описывает, как любовь к Богу находится в сердце каждого, но все же желание материального наслаждения также находится в каждом сердце. So those of you who know anything about farming or even gardening, you know that when you plant seeds, there has to be some rain to nourish the seed. Если кто-то не знаком с искусством, как бы с крестьянским таким ремеслом, с садоводством, для вас такая информация, что для того, чтобы посаженные семена проросли, нужен дождь. Но если слишком много дождя, слишком много воды прольется в почву, то семена также не смогут прорасти. Они станут непригодными. И вот эти семена в нашем сердце и тоже не смогут прорасти, если слишком много гордости. Итак, Панчататва, она распространяет сознание Кришны повсюду, везде, и вот эти склонность наслаждаться, она постепенно может стать непригодной для проращивания. И когда постепенно наше сердце затапливает вот эта вот вода сознания Кришны, эти семьи, то есть взращивается любовь к Богу, начинает прорастать. Шри Чайтанья Махапрабху был Маха Ваданьяя Аватары, самый милостивый из всех инкарнаций Кришны. Потому что он дает любовь к Богу бесплатно, щедро каждому, невзирая на квалификацию человека. После того, как он принял саньясу, он смог освободить так много душ, дать им сознание Кришны. Один из первых людей — это был великий логик Сарвабхаума Бхаттачари. Кешава Кашмири, на самом деле. А также Кашинанда Сарасвати. Он был атеистом, даже не преданным, и таких атеистов даже не преданных, как Джагай и Мадхай. И
такого освободил от того, чтобы он перестал заниматься ерундой своего друга Мукунду. Они все были освобождены по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Но был такой класс людей, которые были экспертами в науке, как бы вайдизма, посвященной пустоте. И этот класс людей, это были майявади. Кришна Дас Кавирадж описывает в своей Чайтанья Чаритамрите в 7 главе, как Чайтанья Махапрабху, как он, как бы совершил такую хитрость, обхитрил вот этих майявади и сделал их преданными. И Чайтанья Махапрабху. И такой обман, такая хитрость Господа Чайтаньи заключалась в том, что он принял саньясу, отреченный уклад жизни. Конечно, он принял саньясу в преемственности Шанкарачарья. Он отправился в Катву и попросил Кешава Бхарати, чтобы он его инициировал. И как саньяси, он мог отправиться куда угодно, и люди его уважали. Чайтанья Махапрабху из своего желания дать людям сознание Кришны, освободить их, принял вот этот вот уклад жизни саньясы, отреченный уклад. И хотя он был инициирован в преемственности Шанкарачарьи, Господь Чайтанья Махапрабху всегда находился в настроении настоящего вайшнава. Майявади принимают саньясу, чтобы самим стать верховными. И они оставляют этот мир, отринывают его. Но преданные вайшнавы Господа в отреченном укладе жизни хотят использовать все в служении Кришне. Чайтанья Махапрабху учил всех использовать все в служении Кришне. И Господь Чайтанья учил этому Рупу Госвами, и Рупа Госвами написал этот стих. Mm.
Нирвандхи Кришна Сампанье Юктам Вайграгья Мучите. И настоящее значение отречения — это не отрекаться от чего-то, а использовать буквально все в сознании Кришны. В 97 главе Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет, как Господь Чайтанья Махапрабху отправился в Бенарес и встретился с Пракашанандой Сарасвати. Махапрабху воспевал и танцевал на улицах Бенареса. Он один там танцевал и воспевал. И люди, все эти майвади саньяси, подумали, что этот саньяси что-то вроде сентименталиста. Обычно саньяси майвади, саньяси в преемственности Шанкары, они никогда не воспевали нигде. Подобным образом буддисты никогда не воспевают и не танцуют. И саньяси майвади тоже никогда не танцуют. И они считают, что это что-то эмоциональное, материальное, что-то эмоциональное и сентиментальное. Я проповедовал в странах, где распространен буддизм, является государственной религией, например, Таиланд и Тайвань. Это все буддистские страны, буддистские государства. Итак, буддийские монахи, когда воспевают, они на самом деле им нравится воспевание, и вот они молитвы различные у них есть, и они садятся в медитацию и слушают вот звучание этого воспевания. Но они никогда не встают и не воспевают и не танцуют. Они говорят, мы никогда этого не будем делать, нет, 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 это что-то материальное. И также многие индийские люди тоже смотрят на это воспевание и танцы и тоже думают, что это что-то материальное и сентиментальное. Люди отправлялись к Пракашананде Сарасвати, который жил в то время в Бенаресе, и рассказали ему, что есть тут появился такой саньяси Чайтанья Махапрабху, который воспевает и танцует. И Пракашананда Сарасвати сказал,
что тоже сказала, что, ну, это просто сентименталист, не принимайте его серьезно. Но они сказали, но он же саньяси, и принял инициацию в твоей преемственности, в линии Шанкары. И Пракашананда Сарасвати сказал, и тогда его дело это изучать веданту. Он должен этим заниматься. Это должно быть его основным занятием. И таким образом Пракашананда Сарасвати критиковал Махапрабху. И эта критика Махапрабху дошла до его преданных, которые жили в Бенарисе. Чандра Шикшихара Чарья, Тапана Мишра, они там были оба во время Бенарисе. И они очень были обеспокоены тем, что они услышали эту критику в адрес Махапрабху. Они не смогли победить эту критику Махапрабху, они не могли ее опровергнуть, не смогли с ней справиться. И так Махапрабху сам организовал так, что он освободил этих майявади. И с помощью того, как вот Господь это все организовал, что один брахман пригласил всех саньяси майявади в свой дом. И обычно Махапрабху не общался с майявади саньяси. Он обычно просто делал санкиртану, и ему нравилось быть своим собственным преданным. Но он никогда не общался с майявади. Но в этом случае, потому что его преданные были обеспокоены, Махапрабху организовал так, что он все-таки пошел в это собрание встретиться с саньяси майявади. И, конечно же, так случилось, что Махапрабху пошел туда, и вот у входа вам нужно помыть ноги, и Махапрабху помыл ноги, и также в этот же момент он явил такое сверкание, сияние, которое исходило от него. Он очень сильно сиял. И все майявади саньяси, которые были внутри, они увидели, как Махапрабху сияет. И они все были шокированы. Они подумали, о, он уже стал Нараяной. Майявади саньяси, которые были
Они подумали, что он уже достиг своего освобождения. И Махапрабху, и его, с его смирением, он сел прямо вот этой двери, там, где люди мыли свои ноги. И в то время Бхакти Кашананда Сарасвати поднялся и подошел туда и привел Махапрабху внутрь. Он сказал: «Пожалуйста, не сиди тут, проходи внутрь». «Проходи в дом». И потому что он это сделал, он получил некоторое агрията сукрити, потому что он послужил Господу. Итак, Махапрабху освободил Паракашананда Сарасвати и дал ему особую милость и позволил ему понять, по его милости он понял настоящее положение Верховной Личности Бога. Майвади, их философия заключается в том, что нету никакого Верховного Бога, нету никакого разнообразия, нету наслаждения, нету никаких, никакого удовольствия в духовном мире. Нету удовольствий никаких в духовном мире, нету разнообразия и удовольствий, наслаждений. И они считают, что духовный мир — это просто все едино и все спокойно, нету ничего, пустота. И когда Кришна пришел в этот мир, они подумали, что Кришна — это майя. И весь мир, как этот весь мир — майя. Они поэтому и называются майявади. И Чайтанья Махапрабху пришел сюда и сел вместе с Пракашанандой и Сарасвати, и они начали разговаривать, обсуждать. И Пракашананда Сарасвати хотел знать: ты саньяси, и ты инициирован в преемственности Шанкары, почему ты с нами вместе не изучаешь веданту? И Махапрабху ответил, что: «О, мой духовный учитель сказал, что я глупец, и я не смогу понять веданту». Но
мой духовный учитель сказал мне, что я должен просто повторять Харе Кришна, должен повторять святые имена Бога. Но затем Махапрабху начал объяснять таким образом, что было ясно, что он понимает абсолютно все, что касается Веданты. И так он объяснил таким образом, что на основании Веданты он объяснил, что все должны, вывод всей Веданты в том, что все должны воспевать святое имя. Махапрабху был настолько он как бы самым лучшим образом объяснил Майваде и изменил их сердца. И после того, как все Майваде изменились, они все начали воспевать Харе Кришна. И вот когда они начали воспевать Харе Кришна, Махапрабху понял, что вот все они стали вайшнавами. И Махапрабху даже после этого принял прасад вместе с ними. Обычно он никогда не ел у Майвади Саньяси. Но сейчас, после того, как они воспевали святые имена, после того, как они стали воспевать, они изменились, и они стали преданными. Позже Махапрабху сказал в Пури, когда его спросили, как распознать вайшнава, он сказал: «Любой, кто хотя бы один раз произнес святое имя, он считается вайшнавом». Мы видим в Бинарисе Прахажу Шананда Сарасвати и все его Майвади Саньяси, они воспевали святое имя громко, и Махапрабху был так доволен ими, что он даже принял прасад вместе с ними. И таким образом Махапрабху пробуждал весь мир для того, чтобы люди начинали воспевать святое имя. Мы должны сейчас остановиться. Мы должны идти в храмовую комнату. Но вроде бы как нет даршана, нету гуру пуджи сегодня. В храмовой комнате сегодня нету даршана и гуру пуджи. Maharaj,
В Читании Чаритамрите описывается, как Махапрабху размышлял, как же пробудить людей и дать им сознание Кришны. Итак, Шрила Прабхупада объясняет, что то есть все предыдущие ачарьи работали над тем, чтобы дать сознание Кришны всему миру. И Шрила Прабхупада описывает свою собственную проповедь, как он отправился в Америку и как он обучал каждого науке сознания Кришны. И те же люди давали, критиковали Шрилу Прабхупаду, что он дает сознание Кришны западным людям и даже женщинам. Но Шрила Прабхупада был очень опытным в том, чтобы занимать девушек в сознании Кришны, даже здесь, в Индии. Иногда Шрила Прабхупада делал программы в Пандали, как в Дели, в Мумбаи. Он делал огромные пандалы, и там приходили 5-10 тысяч людей. И иногда в течение программы зрители вели себя шумно. Вы знаете, они могут создать много шума, они могут переговариваться друг с другом, зрители на программах. В общем, тут говорят, Даршанарати все-таки будет в Баджан-Кутире. И вот эти зрители очень шумели, и Прабхупада просил их, значит, стать потише, и саньяси. Некоторые говорили на английском, а многие зрители даже не знали английского. Тогда Прабхупада привел молодых девушек, одетых в сари, и посадил их на сцену. И
И когда индийские люди увидели этих молодых западных женщин, одетых в красивые сари, и у них платком, вот этим куском сари была покрыта голова, они все просто замерли и затихли. И таким образом Прабхупада и использовал женщин в проповеди сознания Кришны. Занимал женщин в сознании Кришны. И он понимал ум людей. И Шрила Прабхупада, конечно же, позволял женщинам присоединяться к движению сознания Кришны. И Шрила Прабхупада никогда не ожидал, что женщины вообще захотят присоединиться к сознанию Кришны. Он видел во времена своего гуру Махараджа, во времена Гаудия Мадха, что там всего лишь, ну, несколько есть вдов присоединяются. Но Шрила Прабхупада отправился на Запад, и некоторые молодые женщины начали приходить. И когда Прабхупада инициировал мужчин, некоторые женщины тоже пришли и сказали: «Ну, мы тоже хотим инициацию». И Шрила Прабхупада не отказывал им, он исполнял их желания. И он занимал их также в сознании Кришны, в служении. И мы знаем, что женщины часто распространяют книги, и они много распространяют. Шрила Прабхупада поэтому написал в своей Чайтанья-чаритамрите, что мужчины и женщины, они все проповедники. И они необыкновенные души, потому что они пришли к сознанию Кришны и посвятили свои жизни служению Кришне. Поэтому, вот это неординарная вещь. И Шрила Прабхупада хотел занять всех и каждого в сознании Кришны. Потому что это было желание Махапрабху. Он хотел дать каждому любовь к Богу. Поэтому Прабхупада описывал процесс. Прежде всего, дайте людям привязаться к Кришне. И
и правила и предписания придут позже. Прежде всего, пусть человек воспевает Харе Кришна, и пусть он таким образом привяжется к Кришне. Господь Кришна, то есть сознание Кришны, можно описать таким образом, что каждый может воспевать, каждый может сесть и слушать класс или присоединиться к любой нашей программе. И постепенно мы познакомим их с правилами и предписаниями. Мы постепенно дадим им воспевание 16 кругов, 4 регулирующих принципа. Это займет некоторое время и потребует некоторого терпения. И Шрила Прабхупада, его спрашивали, что некоторые преданные не следуют принципам. Ему говорили, один из пожилой преданной, который делал вообще удивительнейшее служение для Шрилы Прабхупады, это был Шрима Сундар Прабху. Шрима Сундар знал, как и он умел вырезать из дерева, и когда он делал божества Джаганнатхи Баладевы и Субхадры, он увидел. То есть Шрила Прабхупада показал ему маленькие божества и сказал, ты должен сделать такие же большие. Шрима Сундара сказал, я знаю, как это сделать, я могу. Я смогу вырезать из дерева. И он добыл дерево и начал вырезать божества Джаганнатхи. И через некоторое время Прабхупада пошел к нему, чтобы проверить, как идет процесс изготовления божеств. И Прабхупада вошел и Прабхупада Шрима Сундар делал какую-то работу, был занят, но вот на голове у Джаганнатха лежала пачка сигарет. И Прабхупада был удивлен. Говорит, и спросил, что это? И Шрима Сундар сказал, простите, пожалуйста, это мои сигареты. И Прабхупада посмотрел. Тебе нужно, сказал, тебе
надо избавиться от этой привычки, не позволяя сигаретам стоять между тобой и Кришной. И он сказал: «Но, Прабхупада, я так много курю, я 20 сигарет и даже больше в день выкуриваю». А Прабхупада сказал: «В любом случае тебе надо попытаться отказаться от этой привычки, и я тебе подскажу, как это сделать. Ты каждый день просто на одну меньше кури». И таким образом Прабхупада очень таким благоприятным, таким дружеским образом подсказал Шримасундару, что ему нужно оставить курение. И, конечно же, Шримасундар Прабху, когда он отправился в Англию, он был одним из команды, и он был как раз тем, кто познакомился с Джорджем Харрисоном. И они сделали записи Хари Кришна, и Джордж Харрисон из дружеских отношений, он продюсировал эти записи, помогал им их сделать, помогал все организовать на этой вот студии. И позже Джордж Харрисон пожертвовал целое поместье Бхактивиданта Мэнор. И это был Шьяма Сундар Прабху, кто приехал в Индию с Прабхупадой и помогал Прабхупаде организовывать очень-очень много проповеднических программ здесь, в Индии. У них был большой пандал в Бомбее, и Сундар там сделал такую рекламу. Он организовал такой огромный-огромный воздушный шар, на котором было написано «Хари Кришна». В то время весь Бомбей думал, вот это вот Хари Кришна, что это? Они видели вот это Хари Кришна. И мы можем видеть, потому что Прабхупада был очень терпеливым к людям в начало. Они смогли сделать очень много служений для Кришны. Правила и предписания приходят позже. Первым делом пусть люди привяжутся к Кришне. И Шрила Прабхупада, как ачарья, он делал все эти вещи. Он сделал брахмачарини ашрам для одиноких женщин. И западные саньяси и западные брахманы появились. Это
не только в читании Чаритамриты происходит, это также описывается в Шримад Бхагаватам. И в Шримад Бхагаватам во второй песне есть молитвы Шукадевы Госвами. Шукадева Госвами его спросили о процессе творения. И перед тем, как он все это описал, он предложил прекрасные молитвы перед этим. Одна из молитв это молитва, пожалуйста, множество видов рас людей, они будут склонны к греховной деятельности. Различные люди различных рас. Эти пулинды, пулкаши и другие. Кирита, Прабхупада объясняет, это африканская раса. Прабхупада однажды ездил в Кению. И Брахмананда Прабху описывал, когда они Шрила Прабхупада повесил свою одежду сушиться, и ее украли. И когда Прабхупада давал лекцию, он увидел, что у одного преданного была курта, у другого преданного была его дхоти. И у кого-то был мешочек для чёток Прабхупады. Но так или иначе, они все равно стали преданными. И Прабхупада ездил в Африку, в Кению, и он сказал Брахмананде, ты вот проповедуешь только индийским преданным, а что насчет африканских? И вот они отправились в Найроби, африканскую часть континента, и провели там программу. И сейчас вот у нас очень много преданных саньяси африканских. И иногда мы видим, что они приезжают в Майпур и поют прекрасные киртаны. Итак, это были Кирита, а теперь Кашадеш, это означает Китай, китайцы. Кашадеш, Китай.
китайские люди, они, значит, едят все, что, значит, они едят то, что все, что летает, все, что ползает по земле, и также то, что плавает в воде. Но также китайцы стали сознающими Кришну. И Прабхупада приказал своему секретарю Тамал Кришне Госвами, что он должен отправиться в Китай. И он вдохновлял их распространять сознание Кришны там. И, конечно же, многие стали преданными. То есть Шукадева Госвами распознал, что признает, что сознание Кришны распространится везде. Вот в этой молитве он говорит, что сознание Кришны освободит даже вот этих людей. И все эти различные расы, значит, и европейцы, и греки, и все остальные, и турки тоже. Они, то есть преданные Кришны будут повсюду. Мы просто должны отправиться туда и найти их. И взять с собой караталы, мридангу. А кто-то даже просто в одиночку идет и поет киртан. И Шукадева Госвами это все знал, что и он это знал, а Чайтанья Махапрабху это все прям показал. И это Чайтанья Махапрабху, кто дал сознание Кришны не только в Индии, но и по всему миру. Он принес это по всему миру. Всему миру. И, конечно же, Махапрабху предсказал, что святое имя будет звучать в каждом городе и в каждой деревне по всей планете. Мы хотим исполнить это пророчество Чайтанья Махапрабху. Но все же до сих пор есть места, где до сих пор нету сознания Кришны. Даже на Бхаратаварше в Индии есть острая нужда в сознании Кришны. И мы хотим принять участие в этой миссии Шри Чайтаньи Махапрабху и распространить сознание Кришны повсюду. Шрила Прабхупада пишет в шестой песне Шримад Бхагаватам. Описывается, как полубоги, которых послал Индра,
он послал их к Дити и хотел, и хотели убить ребенка в ее чреве. И Шрила Прабхупад, то есть ребенка демона, и вот как Господь Чайтанья Махапрабху оставил любящую жену, мать, принял отречение от мира и принял саньясу для того, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. Не только Махапрабху, но также и шесть Госвами, также они были очень зажиточными людьми, они произошли из аристократических семей, и они оставили все и отправились жить во Вриндаван. Таким же образом, есть огромная нужда в людях, которые посвятят всю свою жизнь тому, чтобы установилось сознание Кришны по всей земле, по всему миру. Мы не просто хотим, чтобы люди давали нам деньги, хотя деньги нам, конечно же, нужны для того, чтобы достроить храм Тиовипи. Но самое еще важнее, чем деньги, нам нужны люди, которые посвятят себя распространению сознания Кришны. Некоторые храмы у нас, они достаточно такие опустевшие, там нет много преданных. И нам нужны больше преданных. Преданных, которые примут на себя вот эту работу, которую начал Чайтанья Махапрабху. Надо будет выходить и воспевать святое имя, и распространять книги. И давать людям любовь к Богу. Это большая работа. Очень много еще предстоит сделать. У нас есть всего несколько человек. И сколько же эти несколько человек смогут сделать? Нам нужно вырасти. И конечно же, со времен Махапрабху движение выросло. И мы должны продолжать расти. Дити.
Простите, это вообще додичи, это не дити. А мудрецы пошли к додичи Муни и попросили его отдать им свои кости. И он сказал, ну да, правильно, какая польза в этом теле? Рано или поздно оно будет разрушено. И таким же образом мы должны также понимать, что с нашим телом тоже рано или поздно будет покончено. Какое благо от того, что если мы работаем только на это тело? Давайте же работать в служении, в севе Кришны. И в сознании Кришны мы поймем, что нету смерти. И Шрила Прабхупада описывает, что он отправился в Америку всего с несколькими рупиями. И то есть мы поймем, что нет недостатка во всем. И Шрила Прабхупада приехал с несколькими рупиями, но Кришна дал ему буквально все. И сегодня также мы тратим миллионы долларов. И откуда же они приходят? Это просто потому, что Кришна организовал таким образом, что если есть желание служить Кришне, Он всем обеспечит. Очень много различных возможностей здесь, в Индии, а также за пределами Индии. И мы должны воспользоваться этой возможностью посвятить себя служению. И какое бы служение мы ни смогли сделать для Кришны, все это принесет вечный результат, вечное благо. С помощью этих усилиях нету никаких потерь, и даже маленькое продвижение по этому пути нас оградит от величайших опасностей. Опасность — это такая, что у нас есть сейчас человеческое тело, и если мы его не используем должным образом, возможно, что в следующем рождении мы не получим такой возможности снова. У нас хорошее рождение, человеческое тело, оно встречается очень редко. Есть 84 миллиона видов жизни, и вот 400 всего из них — это человеческие. 80 миллионов. И
также еще плюс к этому мы получили возможность общения с преданными Дурлабхамановы, Джанама Сатсанги. Лочан Дастакур говорит, сейчас у тебя есть общение с преданными, пересекай сейчас океан этого материального существования. И также мы очень удачливы в том, чтобы приехать в эту святую Дхаму Шри Майяпур. Очень благоприятное время. Сегодня Абхишека Панчататвы. И мы вдохновляем всех вас посвятить свою жизнь. Не просто приезжайте в Майяпур и не бродите по нему просто как ослы. Работайте для Кришны. Работайте для Кришны. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Vivo, vivo, vivo.